Здравствуйте! Конкурсы, мастер-классы, а главное – сладкие угощения. Так отметили северодвинцы самый вкусный праздник лета. Мастерская сладостей. Шокофестиваль под таким названием впервые прошел в эти выходные в парке культуры и отдыха. Кто быстрее получит коробку пирожных дополнительно, как дополнительное питание? Раз, два, три, поехали! Красиво украсить мороженое, быстрее всех съесть – один из конкурсов для юных северодвинцев. Победительницы поделились с нами секретом успеха. Главное не скорость, а хитрость. Я сильно люблю мороженое. В чем вообще секрет успеха, что ты победила? Мы с вами по очереди кушали. Праздник сладкоежек в Северодвинске отмечают впервые. Во многих странах он давно уже пользуется популярностью. Родина шоколада – Бельгия. В Бельгии это очень популярный праздник. Поэтому хотелось бы, чтобы в наш северный холодный город сладости принесли капельку тепла. Я сюда пришла с племянниками, с друзьями. Именно непосредственно праздник сладостей. Получить положительные эмоции и попробовать что-то вкусное. Джалеби – самый главный индийский десерт. Северодвинцы не только попробовали его, но и получили мастер-класс по приготовлению. Это кукурузная мука, мед, йогуртом замочится сутки. Потом вот он разбухается так. Потом вот там сироп с сахаром, медом, сафраном. Это джалеби. Архангельские рукодельницы для сладкого фестиваля приготовили пряники ручной работы. В них входит 5 видов пряностей – корица, имбирь, кардамон, мускатный орех и гвоздика. Рецепт у пряников традиционный, обычно мы ничего не меняли. В принципе, как вот, знаете, бабушки пекут, вот, вкус точно такой же, он просто разрисованный по-современному. Организаторы планируют сделать фестиваль сладостей традиционным в городе. Следующим летом здесь ждут мастеров, которые изготовляют шоколад ручной работы, а также торты и пирожные.